Всем привет! Спортивная диета, первый день, дневник диетчика. В общем, я говорил, что у нас Геркулес на воде без всего, но Геркулес, к сожалению, не нашел в Сербии, и поэтому, ну, это обычная овсянка. И чтобы как-то жизнь была веселее, я вот вишни взял, замороженные вишни, и решил ее с вишней перемешать. Хоть будет какое-то, ну, разнообразие. С вишней она все-таки как-никак приятнее идет. Иначе это просто будет, ну, вообще невкусно. А с вишней так кисленько, прикольно. Ну и вместо говядины я решил курицу съесть, грудку. Она самая менее калорийная для всех. Уже тут обед для чемпионов. Жиров нету, белки, углеводы. Еще витамины нужно взять, купить. Обязательно. И часов пройдет, может быть, полтора. И сегодня в спортзал. Мощный кач должен быть. Да, с вишней вкусно. С вишней как-то даже приятнее. Сока немножко можно добавить. Это мое собственное изобретение, поэтому спортивная диета субботина. А в выходные мы частично будем использовать другие диеты. То есть это с понедельника по пятницу мы будем питаться так, а с пятницы по воскресенье у нас будет, мы будем использовать другие диеты, чтобы сбросить немножко вес. Ну, здесь мы тоже сбрасываем вес, но просто здесь он, как бы, мы и качаемся, набираем мышечную массу и избавляемся от жира. Одновременно. Кто сгоняется по калориям, можете посчитать. Тут не больше 2500 калорий. 2000, может, максимум. Всем приятного аппетита. Дневник диетчика. Худеем вместе. Качаемся вместе.